Добрый день! Сегодня команда волонтеров Центра добровольцев Всероссийского детского центра «Смена» посетила занятие по медиа-волонтерству. Ребята научились правильно выстраивать кадры во время съемки, а также узнали о методах использования микрофона. Также волонтеры смогли применить свои знания на практике, отсняв свой собственный сюжет. В «Смене» юные волонтеры стали настоящими журналистами. Сегодня они узнали о профессиях и структуре работы медиа-центра, пробовали себя в различных медиа-сферах, познакомились с профессиональным телевизионным оборудованием и научились использовать его на площадке. Также руководитель медиа-центра Оксана Рябухина рассказала юным волонтерам о конвергентной журналистике, об отличительных особенностях и специфике работы различных средств массовой информации, в том числе социальных сетей. Каждый волонтер выберет для себя наиболее интересное направление. Уже сегодня дети попробовали себя в качестве корреспондента, телеоператора и СММ-специалиста. Новые знания обязательно пригодятся юным волонтерам в создании новых проектов. Помимо теоретической части, волонтерам предстоит закрепить полученные знания на практике. Дети создадут собственный телевизионный сюжет, проведут социальный опрос, запишут интервью, напишут статьи для социальных сетей и сделают фотографии. В первую очередь волонтер – это человек, который создает какие-то проекты, потому что непосредственно сейчас все работают именно над ними. И помимо того, чтобы создать проект, его нужно еще и правильно представить. И это мероприятие как раз-таки было посвящено тому, как сделать красивую обертку и предоставить в медийной форме весь свой проект.